ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Paris Saint-Germain. Merhaba Katar Yıldızespor dostlar. Bizlerle beraber Paris Saint-Germain vs Galatasaray. Ben Paris Saint-Germain dayım Galatasaray. Evet arkadaşlar, bugün trenerler запланировали проверить сегодня новые атакующие модели. Evet. Devam ediyoruz. Bas ya. Ve golümüzü görüyoruz. Не самая простая финансовая ситуация с проездом в некоторых странах и по сей день. Да, и поэтому вдвойне приятно и хочется поблагодарить болельщиков, что они все-таки находят возможность прийти на стадион и поддержать свои команды. Через игру топ сюда. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Это состав Пари Сен-Жермен. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Фернандо. Хорошо мяч перехватили в атаке. Бегули. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Галатасарай готовится. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипер. Великолепный удар, но и вратарь ведь не просто так зарплату получил. Неплохой удар, но вратарь на месте. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только если бы вратарь ушел. Мяч летит. Для вратаря такие удары разминка. Ama gerçek maçında da böyle yüklendi. Sonuçta. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Какой удар! Здесь голкипер может абсолютно спокойно. Ben böyle bastıracakmışız lan. Şimdi tuşu 10 defa da oynuyorum. Tuşu daha yeni öğrendim. Dur bekle şimdi. Martin Linus. Uf. Neymar. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Фигули. Не смог тут игрок мяч поднять и навес не получился. Кавани. Этот удар опасный. Мимо ворот пролетает мяч, и это атаку можно считать совершенным. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Мартинес. Уф, Гомес, что уверенно действовал в перехвате, и в итоге хороший пас. Гомес, сайте, конечно. Топ-т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 оп
Neymar nerede? Allah belanı versin. Nerede? Neymar nerede? İlgilenme senin takımın. Olye kuru. Yanlış yaptım takımı. Sol kanatta yetişen Atahan. Olye kuru devam ediyor. Buffon'la karşı karşıya top ağlarda Galatasaray Paris Saint Germain stadında 1-0 önde. Ya.
Bekle şimdi. Ben sana onun için değiştirme. Şu an... Ne? Ne yaptın? Ne yaptın dayı? Gol attım. İnşallah geri gelir ya. Yok az önce sen ne dedin? Yerde ana offside'mış. Olamaz böyle bir şey. Galatasaray oğlum. Боковой арбитр отработал всяких поклонов. Из каждого повтора увидеть, что это офсайд, а он и без повтора справился. Yıkılmadım ayaktayım ama gol işim var. Mamış geber. Aşıkla bir top kullanıyor. Bırak ama Fernando Muster. Fernando Muster Galatasaray'ı gerçekten de kurtarıyor. Adama bir acıyın lan. Ozan Kaba. Ozan yavaş. Ozan süper oynuyordu be. Ne o sen Neymar'a top mu? Dur önünde Neymar var. Fegüli. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Фегули! Спасает голкипер ворота, но такой шанс мог бы вывести команду вперед. И кулдумуз бир анда, арkadaşlar. О май гад. О май гад. Озан Кабак'la gelişen bir atak. Ki Ahmet Çalık pardon. Ah çok güzel. Ah. Çok güzel iniyorum. Oha. Muhteşem bir maç olacak. İyi ki de gol değildi lan o. Thiago Silva. Süper oynadı. Marco Verratti. Ben de biliyorum zaman oynadım lan. Levent Kurzawa. Lan? Marco Verratti. Dönüşü götürme. Üf! Nefis bir pas ama. Uraktan nefis bir pas ama değerlendiremiyor. Şimdi Galatasaray Hasinan Gümüş'le atağa kalkıyor. Mükemmel bir pas. Atak içeris Belhanda. Var. Yes, Mardis önünde. Mardis. Mardis'i Belhanda geçebilecek mi? Tabii ki de geçebilecek. Gomis. 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 Galatasaray geçebilecek. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Çok kötü oynuyor. Muhteşem bir pas. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. Gomis'i gördü. Gomis muhteşem bir kafayla Buffon'u adeta deviriyor arkadaşlar. Tamamlar. Sesin ses son. Çok dikkat duracağım. Sus. Tamam dikkat duracağım. Kafaya bak. Tamam ses son. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Evet başlıyoruz. Кабань. Юлиан Драксель. Ne oluyor lan bu lan işte? Defansa da yardım ediyor. Verratti. Продолжает владеть мячом, очень долго. Неймар. Остается кипер этот мяч. Забивает. Витал. Вратарь опешил и потерял. Вратарь на геле гонзе. Неймар, я бугам, Неймар. Парис Сен-Жермен. Бибис. Yok, Galatasaray Fatih Levan 1-1, ben de heyecanlandım, ne olacak konuşuyor. Neymar'ın golüyle Paris Saint Germain Galatasaray maçı 1-1 devam ediyor. Neymar adamımsın. Neymar'ın Paris Saint Germain'de tam 39 golü var. Adamımsın Neymar, buradan selamlarımı gönderiyorum. Neymar, siz buradan sana selamlarımı gönderiyorum. Fernando. Şimdi Fernando'yu tutuyoruz. Fernando yavaş, Fernando oha. Fernando da olsun. Fiyot ediyor atakı. İnteresno может быть. Fegüle ne yapıyorsun aga? Ni к чему не привел на вес. Мяч у защиты в итоге. Hareketlerine hakim ol. Angel Di Maria. Sen lan Fernando Muslera'ydın. Sen hani Fernando'luğunu gördük. Fernando Muslera seni. Bozun. Çok güzel bir aşıkma. Fernando Muslera bozun. İçeri pошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Мяч в поле выбивает. Evet. Orada kim var? Orada kim Yunus Belhanda. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Neymar güzel bir şut çekti. Neymar'ın güzel bir şutuydu. Ryan Donk. Oo. Donk'tan güzel bir pas. Donk'tan topu çaldı. Mbappe, Neymar. Top Neymar'da. Yunus Belhanda. Belhanda. Fitim Begomis. Gomis'e pas. Gomis. Sofyan Figuli. Lan. Dur lan pas atacak. Отличный момент есть. Брат, казалось, evet, что в этой атаке может Neymar, что-то получиться, но защита хорошо отработала. Mbappe kafasını başka bir yerde. Fernando. Ve ilk yarı bitiyor Galatasaray bir parça ничья, 1-1. 1-1 beraberlikle. Galatasaray'da kimin golü var?
Bombis'in golü ve 56-44 bura. Oh my god. Oynadın da oynamıyor değil mi? Süper oynuyorum lan. A'ya bas lan. Ha. Evet arkadaşlar. Çok güzel. O golü de ben yemezdim. Neymar'ı yanlışlıkla değil şuraya koymuşum. Takımın muhtemelen Neymar. Futbolisti Paris Saint Germain начинает второй тайм. И перебрасывает вратаря. Удар совершенно не опасный. Вратарь обязан был справляться. Чем до? Бафетимби Гони. Пас на ход партнером. Кош, кош, там. Дефанс, изик дефанс. Ezik defans. Martin Linus. Atak. Oo, defans geldi. Paris Saint-Germain defansı yerleşti. Rukoy padat. Посмотрим, как они смогут baskı var. Defansta baskı var. Dikkat. Юнес Бельханда. А не Куру. Но Грузиев штрафную. Навес в центр штрафной. Атака завершилась. Защита справилась. Константин, скажи, как на духу. Неймар, как, по-твоему, первую половину отыграл? Проявляет он себя сегодня очень неплохо. Ага. Уже успел сравнять счеты. Я думаю, что у его команды теперь есть все шансы побороться за победу. Вот потому что такие моменты не реализуются. На табло у нас и ничейный счет. Тиаго Силва. Мбаппе. Юлиан Драксель. Хорошо мяч перехватили в атаке. Gol. Of oldum. Alsaydım bir gol daha geliyordu. По флангу идет атака. Defans, и есть defans. Тут свободное пространство. Навес в штрафную. Oh, очень неточно этот удар получился. Бил флеты и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворота. Неймар 39 гол. Aradaki fark çok fazla. Kim bu? Kim olduğunu bilmediğim bir adam. Маркиниус. Хороший игра в отборе, но мяч пока ничего. Лан фол яп, чабук, Адир фол. Можно продолжать атаку, ведь мяч в ней. Гомеса пас. Головы разыгрывают футболисты Галатасарай. Не? И вот отложенный штраф находит своего хозяина. Да, память у этого рефери хорошая, он ничего не забывает. В центр штрафной подан мяч с углового. Выбит мяч из штрафной. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Выбивает мяч игрок. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на Марко Верратти великолепный пас от него пошел. Забирает мяч голкипер. Ладно, адамлары мирмио. Heh, yürüdü. Ha, oyun bak, bak oldu. Bafetimbi Gomis. Oha, Segur'um yavaş. Dur Segur, dur. Dur Segur, dur. Anlatacağız. Oh, tamam. Будет угловой, и это, конечно, возможность забить и выйти вперед. Dur, dur, dur. Beklesene, sen tuş şey oldu, hızlı oynadın da dur, bekle. Ah, tamam. Tuşta. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. F. Какой удар! Отлично, игрок заблокировал этот удар. Юнес Бельханда. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Похоже, это атака закончена, мяч они потеряли. Классно в перехвате. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Навес на ближнюю. Выбивает вратарь мяч после навеса. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Юнес Бельханда. Мартин Линес. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Кавани. Отличный сейв вратаря. Ах, искусно как обработал.
Arkadaşlar ama Dayı'nın yediği gol çok saçmaydı. Это штрафной. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Фернандо. Фернандо. Юнес Бельханда. Мартин Линес. И есть поддержка у этой атаки. Плохо в обороне сыграно. Удар! Мяч уходит на угловой, Галатасарай будет подавать. Давно они не угрожали чужим воротам. Сейчас попробуют использовать угловой, болельщики. Мимо, вообще в створ не попал. Великолепный был момент для взятия ворот. Он хотел пробить технично, но слишком сильно получилось у него ударить. Тиаго Силва. Марко Веррати. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Пришлось отойти в глубину поля, чтобы получить мяч. Дефанса, а не круг. И уходит он от опеки. Потерял он мяч, но кому он достанется? Убирайте. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Ну и шайзе! И цифры на табло не меняются. Похоже, все катится к ничейному результату. Впрочем, кто его знает. Бафетимби Гомис. Райан Зонс. Удар. Накрывает игрок этот удар. Неймар. Мяч у вратаря, все в порядке. Наверное, если гол и будет забит, то только один. Времени осталось совсем мало, да и моменты не возникают каждую минуту. И правильно, долой мяч из штрафной. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Можно навешать. Я на голмус гитмишер, голмус лейсер гитмишер. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Но что, побежали они вырывать победу. Аньякуру. Нарез в штрафную. Гол, бля! Мяч на центр, перекладина не спасла. Ах, ладно, урдем. Мощнейший удар пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился-таки за левый. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод определенно придаст уверенности Голиадору.